Гаясики, я Флавиус, и мы продолжаем ловить зомби, сажать их в сока, в зомби-выжималки, конечно же, и продавать сок. Что ж, мне тут до нового уровня осталось совсем немножечко, это два зомби. Сейчас мы ускорим наш процесс продаж и пойдем ловить зомби еще. Или давайте, наверное, подождем. Все-таки там осталось 6 продаж совершить, и все, мы открываем новый уровень, да, уровень открыть, 27-й. Так, мы можем улучшить креветочный коктейль, ну и получаем 2 плутония. Так, дальше что, нам нужно продать 60 таких товаров, продать 40 таких креветочек и бананчиков. Так, что же, давайте улучшим сразу, 8000 стоит всего-навсего. Отлично. Так, продаем бананчики, ускоряем все это дело. Так, а вот креветочек нам как раз и не хватает. Ну, чем ловлей мы сейчас и займемся. Так, обязательно покупаем сеть. И, ребята, знаете, что я еще хочу сделать? Хочу купить капканчик. Так, где у нас тут экипировочка? Так, возвращаемся в кафе. Я хочу купить больше этих капканчиков и ловить зомби их. Ими. Так, где здесь они у нас находятся? Вот капканы. Так, нам нужно заплатить 30, 80, 160 и 580 плутония. Так, что ж, отлично. Есть у нас 6 капканов и идем ловить зомби. Так, все, идем. С помощью капкана мы можем ловить любых зомби. Он абсолютно всех их может споймать без каких-либо проблем. Ставим капкан здесь и, допустим, здесь. Все. А, ну, конечно же, приманку. О, смотрите, они даже краба могут споймать. Ха, прикольно. Так, давайте, допустим, я вот сюда мозг положу. Смотрим. Раз и... ну, давай. И два. Да, все, есть. Отличненько. Ребят, мне очень нравится эта идея с капканчиками. Только их нужно вот как-то так располагать. Допустим, вот так и вот так. Все, все, смотрите. Раскидываем мозги и просто ждем, пока споймаются зомби. Ой-ой-ой, стой, 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 зомбик маленький. Не надо убегать, не надо. Так, ну, споймал. Эх, нет, не споймала. Как раз нам нужно было маленького того креветочного поймать. Эх, обидненько, обидненько. Ладно, ничего страшного. Продолжаем. Кстати, вот эти маленькие зомби, он похож на фиолетового. Он тоже берет мозг и бежит. И бежит, бежит со всех сил, куда только может. Не нравятся они мне, честно говоря. Ну, а кому бы понравилось. Так, у нас тут, смотрите, в гробике один зомбик живет. Ну, мы его быстренько споймали. Так, и берем сейчас наш сетемет и кидаем его. Так, ну этих мы легко споймали. Давайте вот эту троицу попробуем споймать. Эх, ну опять тут нету того зомби, которого нам нужно, то есть маленького креветочного. И это очень плохо. Нам их всего две штучки нужно, чтобы получить новый уровень. Так, зомби пойманы, это все ясно, понятно. Что же нам делать? Ну ладно, ладно. Будем ловить, продолжать. Кстати, у нас есть набор реактивов. А что он нам дает? А, вроде он к партии этих дает мозгов. О, ладно, я тут случайно взял маскировку. Ну, думаю, будет неплохо. О, смотрите, маленький креветочный зомби. А ну иди сюда. Фух, еле споймал. Так, еще один и все. Можно идти смело открывать новый уровень. Так, ой-ой-ой, это... Тоже зомби с серфингом. Непростой, а очень даже хитрый. Так, и вот здесь еще один зомби. Сейчас мы его быстренько споймаем. Смотрите, маскировка работает? Да, нет, не работает как-то маскировка, не знаю. Ну, мало оно как-то добавляет. Там 10% к маскировке, что-то такое. Ну, в общем, не очень много. Ну, ладно, ладно. Кстати, мы уже получили достижение... как оно называется? Сейчас покажу вам. Так, где тут оно? Младший истребитель. И теперь нам нужен главный по гарпунам достижение. И мы уже сможем с вами быть большим человеком. Так, давайте в кафе зайдем, посмотрим, как там ситуация у нас. Так, ну я сюда позагружаю выжималочки. Смотрите, кстати, ребят, вот настало время воспользоваться этим универсальным зомби. Так, нам что там не хватает? Креветочных зомби, да?
Одного нам не хватает. Но нам нужно... Нет, ладно, не буду пользоваться, поскольку один у нас был там. Ну ладно. Ладно, так, так. 40 бананчиков. Ладно, еще одного зомбика и все. Так, давайте тут откроем, чтобы быстрее все было. И пойдем охотиться. Так, у меня только две сетки, да? Вот это плохо, когда только две сетки. Значит, будем экономить. Так, вот тут, значит, двое. Ну, есть маленький, давай, иди сюда. Фух, споймали его мы. И идем дальше. Так, ну тут вот один. Его можно и так, в принципе, споймать. Бац. Так, стой, 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 не надо убежать. А чё он не использует динамит? Нет, он его использовал. Зачем я сказал, что он не использует динамит? И он его тут же использовал. Эх, как это нехорошо. Нет, с помощью гарпуна здесь вообще очень плохо охотится. Зомби постоянно убегает. Ну ладно, хотя бы мы споймали того мелкого креветочного зомбика. И это прекрасно. Да, вот он такой. Очень редкие они, кстати. Вот эти банановые и арбузные, в принципе, часто попадаются. А креветочные, ну, крайне редкие. Они и постоянно приходится за ними бегать. Так, что ж мы. Все получается? Не, нам еще два. Еще два нужно, да. И тогда уже точно все. Так, ладно, продолжаем нашу охоту. Ой, что-то на другой уровень случайно перешел. Так, и давайте я все-таки одену какую шляпу. А слушайте, давайте вообще посмотрим, что здесь за дополнительные шляпы есть. У нас, в принципе, 60 тысяч. Но у нас есть плутоний, можно что-то купить тут интересненького такого. Так, что это нам дается? А, ну это просто, оно никакого бонуса нам не дает. Просто за награда за, скажем так, ну, за вот эту штуку. Так, ладно. Плюс 5 к количеству зомби на уровне. Интересно, а это как вообще понимать? Тут что, тоже плюс 5 к зомби? И тут плюс 5. О, смотрите, прикольный такой зомбик. И этот с драконом такой. Давайте вот эту попробую купить. Стоп, а тут еще чужой есть, курица. Ну, в принципе, не знаю даже, что и купить. Но мне вот этот дракон нравится. Так, о, покупаем. Круто, теперь будем сейчас бегать. И только я не понял, как это плюс 5 к зомби на уровне. Это что, дополнительные какие-то зомби будут? Их что, там будет штук 8? Ну нет, странно. Ну ладно, сейчас будем проверять, как это работает. Вообще, что это такое. Так, есть один зомбик. И идем дальше. О, сейчас мы тут x3 сделаем, смотрите. Опа. Так. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой, так, тихо-тихо, не надо падать. И этот маленький креветочный, так, я надеюсь, этот не убежит никуда, зомби. Ну же, ну же, давай-давай, нам нужен значок мастера. Ну, да, он никуда не убежит, но в последний момент, фух, в последний момент я его споймал, он уже почти был у леса, он бы туда убежал, и все, мы его никак оттуда не достали. Фух, повезло нам, это я, прикиньте, с того конца в этот конец добежал. И споймал его. Поразительно. Так, что тут у нас? Зомби пойманы, отличненько. Все, два у нас есть. Стоп, там еще один нам нужен или два? Так, забываю, сколько нам их нужно. Так, так, так. Да, один и еще один. И все, и можно на следующий уровень переходить. Тут у нас такая серия получается. Мы будем гоняться все время за этим креветочным мелким зомби. Ну, ничего страшного. Зато перейду на новый уровень. Кстати, у меня же новая шляпа, да? Неплохая такая шляпа дракончика. Так, ананасик, бананчик. Я их так буду, знаете, сокращенно называть. Там, ты ананасик, ты бананчик. Ты, там, не знаю, серфер. Или еще как-нибудь. Так, динамитик. Ой-ой-ой. Вот по динамитик действует по области так неплохо. Это уже не тот зеленый, который молотки в нас кидал. Желейный. Это уже... Довольно серьезное оружие имеется. Так, так, так. О, есть, все. Все. Я уже чувствую, как мы поднимаемся по нашему уровню. Так, переходим в кафешечку. И переходим на новый уровень, ребята. Видите, как быстро все происходит. Так, что у нас там? Где-то здесь зомби. Где? Вот, все. И давайте ускоряем немножечко. Так, 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 и давайте посмотрим, ну, давайте я загружу везде, тут по чуть-чуть, чтобы денежка приходила. Так, давайте, наверное, пока загляну в экипировочку нашу и посмотрим, что здесь вообще есть. Здесь, смотрите,
наверное, ранец нужно проапгрейдить на максимум. Вот, все, чтобы уже, знаете, все было очень круто. И... Нет, вот эту штуку я не буду апгрейдить на максимум. Так, все, да, новый уровень получаем, 28-й, и новый продукт. Так, я вот не знаю, это рак или лобстер. Давайте посмотрим в самый низ. Так, покупаем. 9000. А, лобстер трейд. Это какой-то лобстерный коктейль. Ай, это лобстер меня цапнул. Ну, зато точно свежачок. Ребят, прикольно, прикольно. А, смотрите, опять здесь нужен бананчик и вот этот маленький зомби красненький. Очень-очень трудно нам добывать их. Ну что ж, ладно, ребят. Ждите следующей серии. С вами был Flavius. Ребят, всем удачи, всем желаю быть красивыми и умными. Пока-пока.